отель Интерконтиненталь Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты. Это туалет. И ванная комната. Как всегда, есть водичка для зуб, почистки, мыльце, полотенце, набор для ванны. Душа. Душ есть и тропический, и обычный. Дальше. Даже весы есть. Сюда ходим в коридор. Два огромных шкафа. Проходим дальше. Шкафчики, полочки. Две огромные кровати. Дополнительное спальное место. Столик. Огромный телевизор. А сейчас мы посмотрим, как выглядим из окна. Вид. Правда, только зашли. Это первый этаж. Я, правда, не знаю, открывается он или нет. Ну, об этом я расскажу вам позже. Я показала вам, как выглядят два огромных шкафчика. А в одном из шкафчиков был сюрприз. Это мини-кухня. Здесь есть шейкер. Напитки, разный чайник, кофемашина и мини-холодильник. А также есть набор чайных пакетиков, кофе, сахара и молоко для кофе. Вот так. А мы думали, это просто обычный шкафчик.